Так, ну вот в Евпатории снимали жилье, улица Комиссаровского, вот видите, Пролетарская, туда идешь, Малый Иерусалим. И вот такая вот мощеная улица с такой ужасной дорогой, но Комиссаровского, дом 6. Вот мы снимали вот здесь жилье. 6 квартир 1. Вот заходишь сюда, дворик такой здесь, на несколько хозяев места для курения. Виноградик. Ну и сейчас покажу вам, собственно, номер. Так, ну вот номер. Заходим сюда. Вот наша дверь. Здесь у нас холодильник. Здесь кухонька на 2 номера. Вот наш номер, Wi-Fi, есть вот еще номер. Здесь видите чайник, посуда, газовая плита. Вот все такое вот старенькое. Посуда есть. Ну и теперь сам номер. Так, вот номер. Такой вот диван. Коврик. Стол, стулья, телевизор, но от антенны не показывает, Smart TV кино смотрели, кондиционер есть, вот видите, потолки вот такие здесь у них, уже лампочки вкручены. Здесь еще одна кровать и вход в душ, душ свой, видите, стиралка, душевая кабинка. И туалет на 2 номера. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот туалет. Бойлер. Воды. Вот такой маленький. Короче, в начале сентября этот номер предложили нам за 1500, говорит, стоит, я вам за 1200 дам. Мы уехали посмотреть, она пишется, давайте за 1000. В результате вдвоем по 500 рублей с человека, вот 1000 рублей этот номер. Делайте вывод, за какие цены в Анапе, видите вы здесь в сентябре, и сколько этот номер стоит в июле, в августе. Для сравнения цены. Ну, такое все жилье, здесь все старое, сколько частный сектор мы отъехали, никто ничего нового не делает, все старенькое, поэтому хорошего жилья вы не слепите, не найдете, но заплатите за вот такое ушатанное, вот такие деньги. Ну, а если вы найдете хорошее, там где-то звонили гостиницы, 16 тысяч на двоих, там завтрак, обед и ужин на 2 дня, ну, короче... Вот такие вот все дома здесь. Для сравнения, даже у меня в августе, в июле номер 500 рублей с человека, там номер, все есть, и в номере все цивильное, чистое, новое. Ну и в Анапе, Витязи, вот за такие цены вы найдете намного лучше жилье. А здесь, ну вот так, Евпатория встретила и проводила нас.